Не тот сыр, не та заправка. Словом, все не то. Греческий салат в Томске готовить не умеют, уверен Яков Бельский. Теперь это его любимое блюдо. Рецепт истинно греческого салата освоил в этом году. Да, может быть, это только потому, что ты сидишь непосредственно в Греции, ешь там этот салат, и тебе кажется, что это двойная просто Греция сейчас. Ты в ней, и она в тебе. Но Яша не обычный путешественник. Он танцует. Да и не просто приплясывает от радости, что приехал отдыхать в красивую страну. Когда ты путешествуешь где-то, у тебя остаются фотографии всякие, ты их потом смотришь, но это не передает как такового настроя, может быть, энергетики места. А если у тебя остается хоть какое-то видео с этого места, ты можешь его посмотреть, вспомнить, как это на самом деле, как это твоими глазами, как люди двигаются, там птицы летают, ветер дует. А это настолько объединяет людей, что они делают какое-то общее дело, потом это все монтируется, выкладывается, и создается такой небольшой танцевальный проект, который объединяет людей из разных стран, из разных континентов, разных национальностей. Это такая интеграция, которая позволяет, не знаю, привнести какую-то радость в мир. Проект Якова задумывался как искусство на фоне искусства. Индийский классический танец у подножья памятников архитектуры Европы. Две любви Якова. Архитектуру считает одним из величайших искусств. Ну, после хореографии, конечно. Танцуя на фоне таких значимых архитектурных объектов, ты чувствуешь не только силу и энергетику танца, который исполняешь, но и энергетику этого места. И что интересно, после исполнения в некоторых местах ты чувствуешь какой-то душевный подъем, у тебя появляются какие-то новые идеи, мысли. А после некоторых мест, наоборот, ты весь какой-то раздраженный, тебе все не нравится. Например, после исполнение у Нотр-Дама, у меня было такое ужасное настроение, я поругался со всеми друзьями, кто со мной был в тот момент, и меня колотило просто дня два. Испания, Франция, Германия, Голландия, Чехия, Камбоджа, Таиланд, Италия, Греция. Всего кучипуди увидели прохожие в 9 странах. По поводу реакции людей, на самом деле, всем в Европе, честно говоря, все равно, что происходит у них вокруг. Они как шли на работу, так и идут. Часто они идут прямо между тобой и камерой, так смотрят, простите, и идут дальше. В Неаполе подошла индианка ко мне, она узнала это танцевальное направление, сразу поняла, что это индийский танец. В последнее время участились аплодисменты после того, как ты заканчиваешь танцевать, откуда ты ни возьмись, они появляются. Проект еще не закончен. Осталось две поездки по плану Якова. Индия, где он снимет главную смысловую часть танца, и... А вот где будет отснята концовка танца, Яков еще не решил. В планах у меня, конечно же, станцевать на обрыве Гранд Каньона в Соединенных Штатах Америки, на Китайской стене и на пирамидах Майя, допустим. В конечном итоге должен получиться клип, где каждое движение осуществляется на новом фоне. Клип, в котором весь мир объединил танец, язык, который понятен всем.